Иван Федорович, вы как ветеран создания Гагаузии, ваше мнение, пару слов по поводу интересных вещей, которые происходят у нас в Гагаузии. Это непринятие бюджета народным собранием и по поводу назначенных выборов на 16 мая 2001 года. Ну, по поводу этих вопросов, настолько они интересны, настолько и непонятны. Но для того, чтобы принять какое-то решение по этому вопросу депутатам, вот просьба депутатам, выйдите к людям, поговорите с людьми, послушайте мнение людей, потом там кричите и говорите свое мнение. А мнение такое, мы с людьми же общаемся, говорим, и все не понимают вопрос, почему бюджет не принимается. Но примите этот бездефицитный бюджет, коль в такое сложное время у нас сегодня. Примите его наконец-то концов. Я думаю, что дело в том, что кто-то очень заинтересован, чтобы этот бюджет не был принят при этом составе наших депутатов. И вот предлагаю в пятницу на заседании Народного собрания первым вопросом поставить отставку этого КСы. Неужели вы не понимаете, что все делает он там? Все рулит он с Кишинева щелчком пальца. Только сказали, он бегом тык-тык-тык пошел и приостановил и проведение выборов. И этот бюджет, что скажет, что и делать. Это же человек без своего мнения. Снимите его наконец-то к концу. Неужели трудно вам это сделать? И по поводу выборов, я тоже хотел бы сказать пару слов по поводу проведения выборов. Вот вчера я слышал по телевидению, в прямом эфире выступала Ирина Влах. И она там четко сказала, хотя КСА говорит, что он подумал о моем здоровье и решил все-таки перенести, потому что я могу заболеть, и люди могут заболеть при проведении этих выборов. И пришел ночью, издал какой-то указ, и вот по его указу КЧС приняла такое решение. Но Ирина Влад на прямом эфире говорит чуть-чуть по-другому. Значит, она, оказывается, еще месяц назад хотела это провести. Но сейчас только все созрел вопрос по просьбе Дадона. Оказывается, по просьбе Дадона. Дадон попросил приостановить эти выборы, потому что ему там что-то надо тоже от этого. И вот цепочка идет оттуда. Значит, Дадон сказал, Ирина Влах передала КСЕ, КСА это сделал, а депутаты наши, бесхребетные, со всем этим согласились. Предлагаю в пятницу принять конкретное решение по этому вопросу и все-таки провести назначенное время 16 мая выборы Народное собрание. Что еще могу сказать? Спасибо. Долой КСЕ.